Вот нам вот этот кусочек надо было отсюда делать. То есть техники больше не было, а там посмотрели по сетям, там какие-то подмывы или что там есть? Не, ну есть вот от водоканала смотрят. Вроде ничего смотрели. Не повредили, ничего не повредили. Плиты восстановим, заасфальтируем, закончим, ничего страшного. То есть просадки до этого не было? Нет, ничего не было. Качаем сейчас, машины подъедете. Все, знаки по кругу ставьте, движение пешеходов запрещено. Хорошо. Что там, просадка была, какие-то подмывания? А как провалилось-то? Плиты, что ли? Плиты железобетонные. 20-тонник доехал, напустотило плиты, что? Посмотрел плиты в состоянии нормального? Нормальные плиты. Плиты, наверное, Сталин. Какой Сталин? Начнется. Поломка даже вот сломана, видно, что она не только сломалась. Вот это, да, трещина новая, а остальные что? У вас раскопки-то были когда я последний раз здесь? Аварии какие-то? Нет, это санированный участок. Сколько лет, 5 назад? То есть в течение последних 5 лет ничего не было здесь, да? Ну, скорее всего, надо комиссию назначать по состоянию плит. Смотреть, когда они последний раз здесь укладывались. Какие аварии за последние 3 года проводились, не проводились. Меры здесь какие были. Хорошо все. Самосвал-то ваш ведь получается. Какой ущерб сейчас? Машина не моя. Наемная машина. Нет. А человек, который работал в ней? Ну, ушел, испугался. А, то есть это как бы вы наняли ее. То есть да. Вы подрядчик отвечаете за укладку асфальта. Да, здесь, да, да. Все верно правильно. Понимаю. Все правильно. А поговаривают, что может быть нарушение, связанное с тем, что сюда заехал 20-тонник. Посмотрим, это тоже посмотрим. Есть ППР, посмотрим. Слушайте, а там вода скопилась, это трубы какие-то повреждены? Возможно, на чтобы самосвал вытащили. Так трудно сказать. То есть пока непонятно. Конечно, скрытые дефекты могут быть. У нас запорная арматура, камеру не так давно перебирали. Есть пока предположительные причины, почему произошел провал? Я не знаю. Ну, вы сейчас как будете выяснять, что будет, какие меры предприняты, чтобы выяснить? Есть эксперты, пусть. Я просто констатирую факты.